В этом году в Тюменской области налог на имущество физических лиц рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости. В связи с изменением по налогу на имущество, сумма исчисленного налога выросла в сравнении с прошлым годом на 37% или на 157 миллионов рублей. Впервые налог на имущество будет исчислен 111 тысячам налогоплательщиков, у которых отсутствовала инвентаризационная стоимость объектов. В основном это владельцы новостроек. При расчете налога всем налогоплательщикам предъявлен вычет. Это необлагаемый минимум площади объекта, налог с которого не уплачивается. Вычет предоставляется в размере 10 квадратных метров в отношении комнат, 20 квадратных метров в отношении квартир и 50 квадратных метров по жилым домам. Кроме того, с учетом переходного периода применяется понижающий коэффициент 0,2. Граждане, которые, относящиеся к пенсионерам, инвалидам, а также владельцы хозпостроек площадью менее 50 квадратных метров, получили льготы, налоговые льготы в беззаявительном порядке. То есть обращаться в налоговый орган им не пришлось. С учетом послания президента Российской Федерации, начиная с налогового периода 2018 года, в качестве дополнительных мер социальной поддержки для многодетных семей к числу льготников отнесены физические лица, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей. В Тюменской области более 22 тысячам многодетных граждан в текущем году налог на имущество исчислен с учетом увеличенного размера вычета на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров в отношении квартиры или комнаты и 7 квадратных метров в отношении жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.